Чебоксарах задержали предполагаемого убийцу, врача, травматолога, больницы скорой медицинской помощи. Напомню, тело мужчины с признаками удушья нашли в его рабочем кабинете утром 15 июня. Установлена причастность к убийству 48-летнего знакомого убитого. Это подтверждается показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Он задержан, после чего допрошен в качестве подозреваемого. Подозреваемый работает юрисконсультом в одной из общественных организаций по защите прав потребителей. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.